Блять. Я ж, короче, удалил свою колбу, а то не взял нахуй с босса, потому что рога ливнул, бля. Пиздец. Треньки нету, ладно. Сходи там в Талране, можно за 40 баджи взять это, ну, что-то зеркальце какое-то, ну, неплохое, с арпом, по-моему, или с котом. Да, сейчас таки сделаю. Кликните на сон. Панки, начинайте стрельбить. У нас есть хил какой-то? Да, вроде. Сейчас маба убьет, но... Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Короче, релок не помог. Ну хуй, ну, ты лошадок. А что у тебя? Перекапываешь, да. Ты же просто так ходишь. Я не знаю, попробуй почистить кэш в опере. Да кто знает, что от дома ретрол багается. Причем тут кэш в опере до Вова. Так что у тебя за проблема, Триси? Короче, на офе бегаю по Гилнесу и не открывается карта, хотя вроде как пишут, что открываешь какие-то территории. Но как М нажимаешь, там туман войны. Да, я понял, я думал, у тебя здесь что-то. Кто знает, что ретрол багается. Ладно, Трися, попробуй обновить Windows. А, блять, комп еще скажи новый купи. Нет, это не поможет. Это тонкий намек на то, что надо забивать на ту фигню всякую. Может там. Я там играю, быть? Когда здесь рейдов нету все равно. Сорян, забрал командира. Идите, командира, бейте этот трэш, не трогайте, он под берсой. Да бейте трэш. Там под берсой, он сейчас их зарежет. Сейчас меня тоже зарежет. Так, ну, нелогично бить командира. Ну, чтоб выжить, можно и побить. Джесс, зайди все-таки на Фурика, мы отправим Ретрика во тьму, а одного Рогу еще в свет. Ваня, ты Warcraft проходил? Ну, какой? Первый этот начал играть с первого, давно очень. Я больше помню Burning Crusade. Ой, блядь. Не-не-не, я тебе стратежку Frozen Throne хотел. Да-да-да, я играл в Frozen Throne, а перед этого там что-то не помню. Да-да-да. Ты прошел его? Конечно. Я проходил тоже. Вот этой тактики... Ну я тогда не знаю. Да, хорошая игра, там еще эти карты были, которые Tower Defense, там башенки строишь, вообще охуеть был. Я помню, в некоторых клубах мы так ими зависали часто, но вообще классная штука. Там и Tower Defense было, были героями, можно было бегать, там и мобов убивать, вот вообще был огонь. Ну это в третьем варике. Я до сих пор играю в Tower Defense. На телефоне? Да. Но это уже... Карты Warcraft стали таким себе жанром, да? Вот Dota, все такие Dota, это все равно карта Warcraft обычная. Не знаю, я тут так поиграл, что-то оно как-то не очень. Tower Defense получше, мне больше нравилось. Но Tower Defense сейчас тоже игры есть, Tower Defense называется. Это как жанр уже вывел. Ну да, есть, знаю. Там RPG-карты в третьем Warcraft чего стоят только. Да помню, первый Warcraft, я турков играешь, не дровосеки, эти обычные батраки. Зак-зак. Там пошел рез рубить, а зак-зак. Прикольно было. Блять, там что, зак-зак.
Ой, не тут, сорян. Ты заебал. Зак-зак. Зак-зак. Бля, как нежити рабы говорили, когда появлялись? Нам нужен зиккурат. Точно? Не помню. Зиккурат говорит, когда еды не хватает, а при появлении. У людей так это такие тупые, типа люди, готов служить, готов служить. А, да, он жизнь образованно пишет. Умели раньше игры делать, не то, что сейчас это говно. Открываешь, а я один читаю с информацией нежити, вот то, что в чате пишут. Не-не, это все читают, кто знает. Да, это точно. Дамин, дай хватит. Ты можешь так и читать, как ты мартышки, как так. Чё, вы там бафнулись? Вы когда-то били этого босса в центре комнаты? Да нет. Блять, давай попробуем. Ох. А по идее дольше будет писать, да? Не знаю. Тесно к озеру полетит. Хейтиди! Блять, кому-то страдаем уже. Кому-то плохо, вызовите человеку скорую. Давай пока другого босса. Сука, он доларат летел, блядь. А там охотники за этим генерала с пульти, пойдите. Кто на третьей копии там? Это были эмоции с Warcraft 2 орков. Yes, master. What? Yes. What is it? Yes. Че, вы забанили? Че-то замутили? Правильно. Бибопа? Ага, кто-то так резко прервался. А играли в самый первый Warcraft на Sony PlayStation еще первый? Да. Там, где маги просто выебошивали городами, блять. Там тремя магами можно было всю игру пройти. Каменный дождь, все, уничтожал все подряд. Не, я играл на PlayStation в этот Бредалер самый первый. Там еще когда сборщиков убиваешь, с них люди убивают с пистолетами стреляют. Шлифт играл в Бредалер? Я в Диабло первое на Соньке играл. Вообще тоже ништяк так по теме. Кстати, типа тюны был, да? Ау? Даня, что ты спросил? Ну я Ваня. Типа Дюна Радалер? Да, типа Дюна Радалер, это такое. Вроде играл, да. Даже не помню. Ты там скоро спарил, должен выйти на ПК. Да, дремастер, который. Там краш вышли, короче. Бля, он сложный, капец, я первую часть так и не прошел. У меня 8-битка лежит запечатанная без картриджа. В рабочем, в отличном состоянии новая. У меня в PlayStation.
Нормальный PlayStation еще, который тот не это говно, что сейчас китайское делает еще ну, хороший. Здоровую, да, вот это Sony, как видно, да, 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 по размеру. Который без USB, там без всякой фигни, это вообще. У нас, если что, 13 ДД убило. Дайте, пожалуйста, столик. Хорошо, что вам в ПК сейчас подходите. Может, баф хоть накидаем, там краски, кулаки. Джесс, ты чаще не прилетел? Я сум попросил. Ну, блядь, ну ты в Долоране, сука, сидишь тут. 10 минут уже бьем. Сумму он ждет. 500 ГП им. Давай, Виталий, основу уничтожатор первую копию, точнее вторую. Паладин и каску кулак расстайте тем, кому кто пишет. Роги, пэтам, поварам. Декан 1.9. У нас 4 хила, прожимайтесь. Хилы, напрягитесь. Начинаю, Виталий. Заберите одну. Дожми, что ты заберите. Блин, это у меня средство кончилось. Забери одного сточника. Я уничтожу одну. Резать павших. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно подвергалось такому штурму. Черные драконы явились ответом. Мы даже не успели понять, что происходит. Молодцы, вы там без одного танка бьете. Мои братья... А не, как-то прошло. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной... Слуги, обратите их в пепел! Надо будет перераспределять бафы, потому что Джесс ушел и касок нету ни на ком. Там вроде... По... На освещение. Освещение там вроде может бафать. Эльфийский поток больше не прерывает касты, он пуржит. Кто по Маковей? Кулаки, по-моему, Маковей бафал. Прославленный ничего не бафал, он там лишний был. Прославленный бафы теперь приказки всем. Просвещенный, точнее. Геги.
Алик, можешь заходить уже? Сейчас. Первая пати тьма, все остальные свет. Тьму танчит уничтожатор, декан танчит свет. Точняк, мелкий трэш. Четвертая пати. Кроме демона, остаетесь добивать больших. Анка, на тебе звезда, поставишь регит во тьме. По хилам Анка, Листалк и Кокосина хилят тьму, а на Криэль и Олег хилят свет. Что они там еще? Паладин, вам надо назначать фридом ауры правосудия? Нафиг. Окей. Свет танчит еще раз, пожалуйста. Свет декан танчит. Ну, Халиона трэш, точняк. По иннерам на второй фазе заливайте Анка, на третьей фазе Лилин. Я подиспелю третью фазу. Кокосина, диспелишь тьму. А первую фазу ты тоже? Что? Первую фазу. Что первую фазу? Кто диспелит? Кокосина. Я только третью. Ладно, подавайте друин. Это вопрос, а ювелиры есть в рейде? Кто? Ювелиры в рейде есть? Бля, я забыл, что на этом шамане вишмот обновленный, надо камню ставить. Ну вон хоста есть у Лизни Тотема. Сейчас, давайте еще раз суманите. Какой там надо на этой соке? Толма землеправителя? Никто не помнит? По названию не помню. Куда мне это сокет? Этот, с голову шамана Рестера. Ну, я бы их поставил. Ну, не то, что Анка клинканула. Да, он это? Тем, который линканул. Ты этой херни. Сделай, пожалуйста, на 2 скорости. А, сейчас. Не тот принес, который этот. Нет, это сок. Другой надо. Сейчас другой, да. Есть рыба? Ну, кто-то ставил. Сейчас желтый сделаю. Плюс 11 мне каждые 5 секунд, это оно? Локи, дайте унитаз. Локи, ну ведро с огурцами поставьте. Вы где? На природе. Нормально, штучка, вы где? Вырез. Есть слоты?
здесь пока нету. Все, я зачалил этот. Ставил камни, короче. Ладно, хороших снов, спокойной ночи. Пока. Дал тебе систолик. Три аонка стоят сокеты на 12 SPD и 10 скорости. Это типа сейчас так надо делать или как? Ну, в красный можно. Ваня, Варенька. Все, готов. Заходите за линию, начинаю уничтожать. Перебежали. Сейчас выключу. Какой сон? Перебежали. Уже в рейд. Там один на пете висит. Четвертый, заходи. Рейд, заходите. Четвертая пати, добиваем больших. Падаем. Влудик, ты заходишь во тьму, ты не остаешься добивать. Я говорю, четвертая, третья пати. Остается здесь. Четвертая, я третью не говорил. Четвертая пати. Кроме демона. Ну, я его не хилил. А люди есть богатые кто-нибудь? Знаете, что было дальше? Что я красный? Тебе спасибо. А, мама, ты есть у кого-нибудь? Ой, здоров. Лапа.
Мараксус. Все готовы, заходим за линию. Уничтожатор начинаем. Просвещенный. Поворачивай на рит, смещаемся на танк. Банка. Йоу! Мост там. Да. А кто такого нет? Ну, трэш хотел забрать, но все забрало все. Ух, алё, мой фрейм большой. Можно забрать трэш, забрал рай. Что-то он сейчас вдохнул в рейд и дамаг не пошёл. Да, сапнул. Кто кливом ударил хорошо. Вертушки поеблюшки. Да, я замечаю. По 57% один удар. Дайте ему фласку. У кого-то есть фласка на хп? У него есть. У него фласки 48 хп. Он будет хилить, если 60% от реальности. Валера, у тебя ДД-шлем. Ладно, таст пускай оставляет нормально. Так, захилим. Чего же он боялся, что бобры сорвут? Не, я экипировку меняю, управление на экипировку. На кнопку нажал, я не знаю, что шлем остался. Там с сокетами проблема, она не сразу меняется, надо два раза прожимать. Ну вот эти ювелирка, 51 выносливость. Ну, наверное. Ну да, там в шлеме как раз ювелирный камень. Может, просто капы защиты не было. А я думаю, чё так мало хп? А он же там мета-сокет ещё в шлеме. Ну, честно, не было. Именно из-за этого Ваня развернул в рейд босса. Он смотрит, блядь, шлем не тот. Думает, сука, чё за шлем? Заберу-ка я босса в рейд. Все готовы. Сразу плюс 4к хп шлем добавил. Привет, а чё вы делаете? Чё за рейд у вас там? Начинай, Валер. Раз до спядигер. Вторая, причем. Слот нужен кому-нибудь? Да, пока не, вроде. Окей. Потом. Перебежали. Рано, но сейчас не пробивает. Тщеславие метка. Перебегать обратно. Бегите на квадрат. Так это Африка или кто был? Крис Мафлин. Убери с Пафли. Если даже выключил, включи их и выключи. Маковей метка. Алинки ушел один. Еще один.
Анка, встанешь? Хильд, или что надо ранить? Хелиона, переведите. Успели. Добивайте мелкий трэш. Уничтожатор, заходи. Рейд, заходите. Анка, ману заливайте. Дайте бафы по ней. Грастен, клетка. Кажется, слоты появятся. Скажите, когда? Заходим, заходим. Клайман метка. Длани нету, паладина. Поздно отдаете длань. Как выйдем, будет поднимешь его вот этого. Мараксус метка. Мараксус, не помню, вижу. Мы же не будем. 54%. Мартышка. Тоже времени не хватит уже 4,5 минуты до берсы. Хватит. Блин, я не знаю. Давайте выходим, выходим, выходим. Сейчас метка будет. Надеемся, что. Демон, ты где? Блять, у нас демон не вышел. Мана, ты врка вообще? Здравствуй. Носок метка. Рога, походу, вылетел. Перебежаем. Перебегаем. Демон! Грастен! Ты слышишь? Я даже написал в чат, пофиг он луфится в экран и все. Ну, не знаю. Тут проще упасть уже 3 минуты, сейчас. Если не успеем. Да. Сейчас, да, надо помнить. 30%. Лимошка, ты тут еще? Ты кто там поговорил? Оптимус же был вроде. Да, Оптимус. Оптимус, ты тут? Да, тут. Ты кто там, Мирик, у тебя есть какой-то? Код только из миликов. Заебись. Ну, код, хант и прист. Код хороший. Руга, что ты не принимал, БР? А ну обычный код, не знаю. Код как код. Демон, почему не вышел в свет сразу? Может, они не игрока? Они даже вред ничего не пишут. Второго можно кикать, наверное, вылетел или шо. Но Оптимус не, он мне написал, что тут БР что-то не принимал. Оптимус может котом, а я фуриком. Демон, да? Ну, демон, либо фуриком. Ну что, получше ты хилить уже? Сразу лучше. Так, это... Какой ДПС у демона? Наверное, 0К, наверное, да. 5700. Ну. У меня демон. Что-то он хуёво бьёт, блядь. Ну, в первой фазе у него там стрела тьмы, а дальше у него опять на втором месте. То лучше сразу заменять. Да. А
ведь сегодня добрались, что ли? 22 августа. Так, а ты добрал? Я? Да, вместе с мумией и с там еще с одним магом. Ты их один день добрал. Элайра. Элайра, перевешивай живой огонь, ну, бомбу точнее. Живой окей, бомбу. Окей, все понял. Когда трэш бежит, иначе, ну, ГП будешь получать. Да, Слав, это ты его 3 дня назад взял. Ну, пускай вон Оптимус котом заходит и этот... Фурик. А кем? Фурика. Ну, Рога зашел. В Лудика есть демон? Ну, он холстовый только у меня, так могу слепнуться. Как смоть Афлика. Ну, нормально. Спекайся в демона. Оптимус, ты тут? Трейд. Да, да. Оптимус, заходишь на катаны в РС? Да, похожу все. Тут код же нужен, да? Зачем нам код? ДД просто какой-то, вместо наверное, слава. Вместо того уроки фуриком взяли. А, зачем вам надо? Это еще когда видишь, отлично, раз может просто пусть он на кем-то зайдет, во тьму кого-то отправим. Он или мы можем во тьму отправить. Пускай шипы пойдет. Оптимус, заходи на шипы. Тотема во тьму отправить, там нормально, думаю, будет. А Рогу свет? Да пусть Рога будет во тьме, чем оно мешает. А, что-то я перепутал, сорян. Ну так-то ничем, наверное, не принимал и сдох. У нас... Ну, завис, не знаю. Зависнет еще раз, поменяем. Ставил минус тому локу. Не, мечта у него 3 роги, 3 ханта, по-моему, блядь. Не-не-не, да вы чё, блядь. Да ладно, вы 3 роги, 3 ханта, и он ходил этими... Не северное сияние, а там где этот... Куда Маша тут, да, я ливнула после нас. Фирину, да? Да, да, к Фирину, я с ними ходил, у них там рейд, там все полный амбец. 2 ретрика во тьме, 2 ретрика в свету, протовар танчит, боже, там такое дерьмище было, это вообще жесть. Он со мной, говорит, ходил там, конечно, да, и не убили. На самом деле не важно, протовар может трэш танчить, протопал Халиону в свету. Да какой там танчит, ну тут дебил. Любой там та... спокойно танчит. Абсолютно. Да нет, да любой, просто этот дебил даже рассекающим трэш не бил. Он типа он кидал волну вот эту вот оглушающую и молоток, и все. А у него непонятно еще, что люди дохнут. Я ему говорю, ты же рассекающим не бьешь нихера. Да я не должен бить. Ну, не, ну, если я такой... ушел, короче. Если такой вар, то да. Как можно танчить трэш и не бить рассекающим? Задумал сокрушением херачить. Мобов 10, 2 цели всего бьет. ДК на Оптимус. Виталя. И чё, вы там уже порешали все? Тебя жду. Подождите, я что ждал. А третья апатия тьма, да? Какая? Кто это спрашивает? Третья апатия, Оптимус. Мы вам не знаем. А хер его знает. То есть сова, ШП, хант. Пьяный что ли там Оптим? Да нет, наверное, пошел добивать или нет. Только первая пати во тьме, все остальные в свету. Начинай. Уничтожата. Слышь, да неужели тебя просто троллят? Точняк. Перебежали. Недостаточно
Оптимус метка. Перебежали. Богохульник. Блин, это жесть. Его тупо сложило сразу. Поднимайте протопала. Поднимайте протопала, пока трэш в корнях. Войда, Войда, хильте. Уничтожатор, заходи. Войд, поднимай Оптимус. Да. Не, стой, листал, подними Оптимус, листал. Если что, все равно когда будет. Клайм, ну... Беги, малышка, беги! Блядь. Дисконнект? Клайм, у тебя КД на БР? Нет. Когда выйдешь, поднимешь Оптимуса. Хорошо. Войд, у тебя сколько КД еще? 40 секунд. Поднимешь хаб. Ой, его же дисконнуло. Да, хаб, когда заходить? Уже не заходим, ждем. Дай, дай этот стамину только и все. Падаем, 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 падаем. Так. Один, два. Хаба вылетел. Заходите во тьму, чё вы там, блядь, прыгаете? Как раз, ладно, Оптимус тоже начисляет ГП. Нечестно будет. Как ты там умер, Джесс? Да, я не знаю, не дохил, я только в стойку собираюсь, этот чаржится, и все, сразу умираю. А, моя версия, Джесс бежит в сторону лезвий и умирает. Лезвий там еще не было же. Ну да. На ты эту заводичкой быстро. Посмотрите, я лезвий умер. Джесса. И все. Отдели камеру и смотри по сторонам, что происходит вообще. У меня и так камера на максах отдалена. Почему ты не видишь ни хрена из этого? Убили тебя. Темный шар. Ну, пульсация. Линкони, прочати, посмотрим. Да нет, сильно. Хорошо, если лезвие, окей, без проблем. Ну, так надо с этого и начинать. Ну не захил, там еще что-то. Стойка какая. Просто мы сколько лет ходим, мы уже как бы говорили, что от шариков метров 15-20 там пульсация идет. Она так же, как лезвие. Мы по сколько ГП накидываем сейчас? По 100 или по 200? По 200, по 500, по 1000 бывает. По 100, может, накидывай. Я бы 200 дал. Какая в жопу пульсация 20 метров? Давай, дурачок, просто, блядь, 20 метров. Я не знаю, сколько. 20 метров много. Если ты халеонов таргет выбираешь, вот это под ним, короче, метров 10. Ну 15, значит, метров там. 15-12, может 10. Ну не 10, наверное, 12 или 15. 30 приставов. Мне кажется, 8 там может и будет, не знаю. Ну так подбеги на 8 метров к нему. 8 метров это на тухлом рейндж. Убьет. Мараксус. Все готовы, заходите за линию. Начинаю уничтожатор. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Ну блять, ну Тыкан, давай выравнивай. Сука, сколько нахуй раз говорить, блять, начинайте с притяжки, там всегда, всегда, блять, будете босс. Сука, с притяжки нам. А там что в этом сложного, блядь? Там мы с притяжкой были такие случаи. Там не бывает притяжки в таких случаях. Притяжка никогда не мешает. У меня на видео есть. Там сейчас баг на сервере. Юзаешь жажду крови или что там, Увара. Да он просто... промахнулся. Тоже другое дело.
малышка, беги! Небеса в огне. Перебежали. Ноль промахов. Ну а как он тогда в рейд побежал? Да это баг, я говорю. Пулили раньше. Да. Притяжка у тебя была, да, когда уже он в рейд? Давайте потом. Я в курсе. Это баг, вязаешь расовую билку и босс идет на тебя. Ты не баг. Заходим. Рога. Интаги, блин. Интаги был. 52%. 51%. Бьем пока. Будет метка и выходим. Если себе бомжей вызвать, они хрена тоже будут агрить? Нет. Чечняк. Сами себя диспыли. Поворачивай на рейд, смещаемся на танки. Будет их метка. Что, будет, нет? Сорян, блин. Да. Дайте восьми рост. Войд, есть БР? Да. Поднимай. Не бейте босса свет, 30%. Панк, поднимите клейм. Перебежали. Чего вы говорите, что тьма упала? Танка упала, сейчас БДК посыпется. Танка, ты сама встанешь? Клайман, подними ее. Нет, не поднимаем. Поднял, блядь. Падайте. Я не поднимал. А, это ревностный. У меня БР отдал, пиздец. Мистер Джей Канка. Потом листал. На Светлик босса станутил. Правда, это другое дело. А ты как умер? Я побежал выносить метку. Метку на метку, получается, вроде как я занес, и все, назад не смог выбежать. Или фридома не было, или что? Как Линтонить засла. Лезвие были, что ли? Нет, лезвия не было. Кто возьмет линкомиссии и детали? У нас свету метки не были вместе. Первые метки никогда не носятся в одну точку, это невозможно. Они, у них разный тайминг.
Значит, ты... Да не, мы смещались, но там... Ну, мы повернулись. После диспела не было метки в одной точке, не знаю. Ты глухую оборону нажимай, щит одевай, глухую оборону нажимай, будет нормально все. Куда вы повернулись? Куда-то. Но вы же во тьму так же заходили и вышли в том же самом месте. Куда вы поворачивались, я не могу понять. Как там, если смотришь на Холёна, то на 3 часа, да? Так он сказал в прошлый раз. Да, на без 15.8, блядь. Поставьте слона, кто-то бажал. Давайте убивайте это говно уже, туши от наушников болят. Ну что, со тьмы? Со тьмы вы вышли так же. Лапа. Будет лапа. А шам-то как упал? Метка или что? А, Ретрикс там. Свет, вы когда трэш появляется в свету, не бейте босса вообще. Чё Ретрикс дэмэджек делает? И из пула тоже не агрите босса. Все готовы, начинай. Всегда пульс притяжки. Да я так и делаю. Это бред, это не слушаю. Мне кажется, мы умираем только из-за вот этого ебаного макроса, который я каждый раз читаю. Видите, что он пишет? Это не макрос, я пишу каждый раз по-новому. Это не вот сам персонаж, так кто я говорит. Уже в рейде. Точняк метка. Дайте переморозить трэш магии. Ну уже не надо. Реакция спортсменов. Пиздец, блять, вынести на панель, забейте перед переморозку. Всегда есть. Метка. Я такого скилла не знаю. Shift key очень удобно. Shift перебежали. Key. Бейте босса. GS метка. Босса бейте. Трэш зальется потом. Богохуник метка. Заходите во тьму. Я только сейчас заметил, у нас вары на хп не кричат, что ли? Блять, да, это ничего поменяй. Во, ну чё ты? Кричат. Во, да, мне почему-то нету сейчас крика. Да мне тоже. Но он же не сказал, что именно сейчас кричал. Просто кричит когда-нибудь. Заходим во тьму. А вот волну исцеления кастую. Когда? Сейчас метку ближе к морде. Интагибл. Ваня, а чё ты так кончено танцуешь? Раз ещё. Пятьдесят 54%. Будет метка, выходим в свет.
Не сразу рост давай, чуть-чуть. Подожди. Вот, теперь давай. Богохульник. Метка. Тщеславие. Перебежали. Машека. Во тьме дали рост свет, бьем только трэш. Точняк, метка. Перебежали. Свет, стоп, не бьем босса, ждем трэш. Две лужи в рейд. Клайман метка, диспель себя сам. Оптимус гимноману. Хардова метка. Перебежали. Нету защиты от огня. Тотем метка. Большой в рейде, большой в рейде. Мелкий трэш отводи очень далеко. Отводи мелкий, мелкий растут, блядь, мелкий растут. Блядь, крабы его морозится. Ой, блядь. Пою гимн на хп, хильте. Чё так долго не спылите? Клайм на есть, Берри. Перебежали. Тотем сам не встанешь? Оптимус метка. Забирайтесь, БДК. Свет только трэш. Отводи, 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 еще отведи немного. Хорош, хорош. Клайман метка. Переживите, еще один трэш. Босса не бьем свет, только трэш. Добиваем трэш и потом стоим, ждем 50%. Возьму кого-нибудь. Перебежали. Стоим и ждем. 40%. Бьем трэш. Будет метка. Сама надо мана. Жир откатился, если что. Отведи чуть. Не надо никого поднимать уже. Все резало. Да, перса 50 секунд. Будет негра. Арсанта хлёна зерга. Должны успеть, все, добиваем босса. Перебежали. И только в босса играем. Трэш на пульте. Легкие не выносите уже так, просто бейте. Маны побыстрее. Босс, агро. Вижу. Не лутайте босса, агро пулт стоит. Погоди, еще 1%. Да лужа будет. О! Специально так делал, чтобы никто не лутанул. Я там успел лут поменять? Да-да-да, успел. Ну я просто сначала каждый за себя поставил. Кидай наручи сначала, пожалуйста. Просто всем спасибо за рейд, удачки. Рольте наручи. Это неправильно, показывать не смотрите. Там нормально. Скачал, который был, блядь.
Да это не Адон, ты не знаешь, что оно глючит. Олег, где шмотки забрать хочет? У меня тоже этот Адон не работает. Кольцо жути. Мили кольцо. Ты знаешь, тоже не работает Адон? Да, вот этот Red Roll, он почему-то у меня не работает. Кидает на ролл, он или не показывает, или показывает некорректно. Или там из пяти человек, которые роллят, показывают только троих. Ну да, я помню, раньше он нормально показывал, все было. Просто людей много. Да не. Да не, он раньше нормально работал. Да это... Блин, поставили какую-то херню, наверное, обнову или что там. Ну хэпа вот. Я на крелю отдаю, да? Да. Вот сучок, блядь. Нормально с первого трая убили. Ты заценил скилл, да? С големом что? В АЕП заходите. Там это, я вообще никогда не ставил ТТМ на гоне, если чё. Я захэпал да просто всегда. Ну, я захэпал всегда просто ауру ставлю и жму мастера ауру там. Просто саху. ТТМ нужен для МТ, потому что аура до него не достает. Мне просвещенный пишет на Вара 100 грамм на кинь ЕП. Он не получал? Залазь, я тебя прокачу. Не, это раз всего без тебя, да? Не нахуй, сам катайся, блядь. Просто не шарик, как у вас. Ну, ливни этим паладином с гильдии, получи ЕП. Потому что... Пошли, я тебя прокачу на мотике. Зачем мне ливать? Перс есть у вас? От этого ничего не изменится. Думаешь, играть можно? Ты зайдешь потом этим варом, не сможешь ролить в рейде. Потому что ЕП ты получал уже. Понимаешь весь прикол? Одно ЕП за один на рейд. Ну, точнее, за одно КД. На РС, на ЦЛК, на ЕВК. Я понял, у вас привязки типа нету, да? Нет. Хорошо, окей. Привязка есть, если ты фуловый. Ну смотри, у 100 грамма 2000 ЕП, я так предполагаю, что это за РС.